мопедики, мопедики, я так понимаю, здесь можно взять прокат. Детские учебные лодочки, памятники человеку-невидимке. Марина Ланцароте. О, короче, Марина там наверху запечатанная. Вот она тут начинается. Всякие велодорожки везде расчерчены, катаются на самокатах, речушка как в Ольгуне почти, только прохладнее немножко. Вот нормальный домик у чувака, шалаш рядом, одеялки там, сидела, мопед есть, стул, в общем, полноценный домик. Вот такая Ольгуна у нас. С этой стороны выход в море. На рыбалку. Раритетик поехал. Что эта звезда означает? Не знаю. 1998 год. 1798. Памятник непонятно чему. Пулочки старинные. Здесь что-то похоже уже на человека. Страшного такого, но... проволоки шариком вцепился. Museo de Historia. Да, ну короче, это история этого места. Пушки там стоят, кресты. Это беседочка под старину. Кто-то психанул, утопил самокат. О, мечта идет, микролодка, парусами, все как положено. Дерево и памятник камню. Вот такой памятник. Который, вот я думал, заброшен. В общем, мы поедем в город Яйца. Там, говорят, хороший ресторан. 3 евро стоит ленты пай. Там все дома могут. Вот так. А, нет, это за 2 часа, 5 евро 4, 10 евро all day. Так вот, за 3 дня 20. Еще можно велики тут покататься. Везде какие-то странные памятники. Это памятник, не знаю, в машине что ли разбит, или не знаю, что такое. Какие-то обломки железные, инопланетного вида. А вот около этого здания находится хороший рент-а-кар, где недорого можно снять машину. Джин стайл. И хибашут друг друга какими-то огурцами. В общем, игра такая. Да-да, хамон. Подходишь такой, хам, и съел. Вот так вот. О, креветочки, рыбки. Вот это все выбор. Морские олени. Морская тематика везде. Это типа елка вместо мачты, на мачте, вместо паруса. Два крота вместо елки. Мегакар. А это мега вход. Ну, в общем, здесь такой дендрариум. За сколько? Как у вас была экскурсия? Поехали за 40 евро в пустыню поблевать, да? А мы пошли, блядь, кактусов колючих посмотреть. За 1000 рублей, да? За 2, да? За 2000 рублей. Механизм. Это типа мельница. Вот такая. Девчонки красивые, итальянские. В общем, такая. Интересно. И все, больше ничего тут нету. Очень как-то просто старая мельница. Старинные русские весы. Это вот тут мололи всякое разное на этой мельнице. Мука кукурузная и всякая такая. Кактусы везде. Такие вот микрокактусы. Всяко разных кактусов.
прелесть. Попадаются очень интересные экземпляры. Это вот тоже колючки. Интересно с разбега в такой запрыгнуть. Колючие собаки. А вот здесь берг. Чебурашка. И сам рует. Там покупаться можно? Прямо отсюда прыгать? Там кактус повесить. Вулканическая. Вода прозрачная. Там еще наверху. При выходе из пещерки тут тоже такие садик, засохшее дерево, террасы и такой вот мелкий, чисто для красоты бассейн сделал. Здесь уже глубина нормальная, здесь нырять можно. Вот так вид сверху, там вот пещера, в которой мы вышли. Такой бассейн, в котором нельзя купаться, а там уже море, барашки, волна, кататься. А здесь такой выезд за гибискус. Вот какие-то древние деревяшки. Жали древние гвозди. Вот такой микромузей, низованной толпой. Туристы шли на водопол. Сейчас будут рассказывать про динозавров. Пыры-пыры, пассатижи. Оттуда зайти нельзя, да? Только такая вот пышкая рапета. Это правильно? Это тут мертвые души звучат. Importante ver los colores, el negro, el más importante, el basalto. Justo por encima las manchas de color blanco son de las más abundantes dentro de la cueva. Esto es el carbonato de calcio que se... Мать ноги. Русалка там выкурит ножку. No son estalactitas. En la cueva no hay ni estalactitas, ni estalagmitas. Ya... На этих решетках делают мясо. Говорю. На это. Ох, жар идет из недр. Прямо вот такой хорошо. Здесь жарят каких-то сусликов на адском огне. Вон там прямо оттуда жар идет. Entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se entreabrió, destruyeron todo vestigio de vida.
que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el viento. Lichens, besides some unusual nocturnal insects, feed on microscopic particles carried von weniger als einem Millimeter Länge. No debe ser. Туристика. Иста туристика.